хочу вам показать, как отличить плодовые почки от вегетативных. Вегетативные – это те, из которых у нас развернутся листики на голубике, и плодовые, из которых будут ягодки. Смотрите, у нас опыт, да, мы попробовали выращивать в контейнере вот 65 литров. В принципе, как бы неплохо она себя чувствует, но в этом году мы будем закладывать новые саженцы, да, полностью, вот те, которые вам же будем отгружать весной, такие же будем сажать и себе. Смотрите, плодовые почки образуются на концах побегов, и образуются они не на однолетних побегах, а на побегах, которые идут как ответвление. То есть, вот смотрите, вот в прошлом году вышел побег, вот немножечко макушка подмерзла, мы ее подрежем. Вот смотрим еще побег. То есть вот они, видите, на ответвлениях, на самых концах вот такие вот толстенькие, такие вот почечки. Вот они, все боковые ответвления. Вот это вот будут ягодки. И вот побег, который вышел в прошлом году, видите, на нем совсем маленькие, такие плоские, они колюченькие почечки. Из них будут листики. У них на макушках ничего нет. А плодушки, вот они. Вот они все, видите, какие? Такие шишечки. Вот из каждой такой шишечки будут ягодки. То есть вот все вот эти вот. Вот они, видите, они все будут цвести. А это вот были побеги прошлого года. Это я уже часть тут обрезала. То есть они были, наверное, не знаю, сантиметров по 80. Какие-то не успели до конца вызреть. Мы их обрезаем, ничего страшного в этом нет. И вот тоже, смотрите, вот побег. На нем вот они будут, вегетативные почки, вот здесь вот. Вот она маленькая, тоненькая, вот она тоже идет сверху, на ней. Вот, не видно, наверное. Они просто вот такие, там будут листочки. И вот на боковых ответвлениях вот такая вот шишечка, это ягодки. Вот опять шишечки на боковом побеге. И это ягодки.